Сегодня у нас 14 июня 2017 года. Вон Лиза проехала Устинова на велосипеде. Вот тут вот мы шли из дома, из моего, вот, с братьями, с нашими младшими. Пошли покупаться, сегодня уже ходили один раз. Вот они еще раз попросились, понравилось им там. Сейчас двое побежали за шариком, сейчас шарик возьмут. Ему тоже охота общения между собаками. Ваня, подожди, сильно не торопись. Ты скажи, что у тебя за порода-то? Четверокровный Стаффорд. Стаффорд, да? Ага. Понятно. А у тебя есть собака, или я думал? Нет, у меня кошка есть. Кошка такая, да? У меня еще куча животных было. У меня еще три дома. Ее мама полукровный Стаффорд. И две сестренки, Банти и Бреня. Понятно. А если правильно говорить, Бантик и Бреннон. Все правильно. Ну, а вон. По. По. Тарас, мы здесь. Вон брат Никита идет у нас. Ну что, брат, пойдем с нами. Быстрей! Николай! Николай! Давай быстрей! Шарик! 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 Шарик наш шарик! Вот он бежит! Вот он шарик бежит! Все, пошли! Веди его! Ты ведущий-то! Если он по-большому захочет, тогда останавливайся, а так не жди его! Я пешком с вами! Он здесь вот продолжается строительство дома. Вот у брата нашего Алексея Устинова. Вот построили, который крышу приехали у него покрывать. Леса построили. Будут сейчас вот крышей заниматься. Крадешься как ниндзя, иди полным шагом. Я не могу тут камни всякие, но класс почему. А нужно представить, что ходим босиком, чтобы полезно было для здоровья. Пурпурное лечение или пурпурное. Вот такой вот у него домик. Там еще подвал. Глубокий первый этаж сделал. Вот здесь вот цыпляток держит кто-то из живущих здесь. Вот они тут травку щипают. Устинов живут тут, его Устинов с тетей живут, сестра Игнатьевна еще тут, вот Андрей Устинов, их сын, один из сыновей. Тут у них еще двух сыновей не хватает, которые бы переехали в Потеряевку. Вот, а здесь вот Иосиф строится, тоже уже. Даст Бог, конечно, он в этом году может закончит. Строить с самого фундамента. То есть не все так просто. Опилки мешают с бетоном. И вот стены зальем. Вот такие вот эконом стены. Здесь это было поле у Игоря Барбаша. Оно и есть, конечно. Он ему часть выделил под строительство. Вот так Господь дает нам. Да. Ножки-то уже отвыкли за зиму-то. Каждый камушек чувствуешь по дороге.
Тараси, дома песком. Ты ходил босиком? А? Дома босиком ходишь? Дома? Дома, дома. Да, хожу. Ходишь? Да. Ну когда как? Сегодня, когда я спал, я был не босиком. А нет, я был босиком. Короче, я одел шланцы и только что спал, короче. Нет, я говорю, дома ты ходишь босиком? А, в нашем доме, да? Ну конечно, там у себя дома. Вот этому доме, блин, так хочется назвать лагерь. Только без всяких блинов, блинов. Да, да. Это ненужное блин, слово. Да, я там ходил бочком. Вот, Шарик, вот тебе общение. Какашки ложат. А то все скулил да скулил, что не с кем пообщаться ему тут с собачками. Шарик, прости, я нечаянно. Шарик, ты меня не путай. Вперед, Шарик, вперед. Шарик, ногу, Шарик, ногу, вперед. Ногу убери. Вот так. Шарик. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Сегодня у нас было в тени 32 градуса. А уж на солнце, наверное, чуть ли не под 40 уже. Ну, слава Богу, вода у нас есть. Пьем. Че, пойдемте, пойдем. Че там? Шарик так рад, что он опять на озеро. О! А когда на поводке так жрать хочет всех. На поводке, так она... Она нас всех кидается прям. Она, я с лопатой подхожу, так чтобы освободить ее. Она прям в лопату, дынь-дынь зубами. А здесь нет. Вот, поднимаем стеклышки. Очень опасно для ног. Сторонку. Стеклышки собирайте, идете, когда? Потому что мы здесь неоднократно будем ходить. Ноги пораним. Ничего страшного. Живет. Зовет, первый будешь вопиять потом. Так, Николай, не отставай. Ты веди его. Ты ведущий-то, не он. А-а-а. Ты должен показать, что ты хозяин здесь, а не он хозяин. Вперед, Шарик, вперед. 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 Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. А там вот лага. Последствия потопа. Вот наш лагерь. Вон там вдалеке виднеется. Бывший уже сейчас. Много счастливых моментов там было. Вот шалаш, к которому мы сейчас ходим, даст Бог, с ребятишками. Вот так вот. Бескрайние просторы полей. Я сам с Урала тоже, но у нас там тоже хватает полей разных. Но здесь на Алтае, вот я заметил, более обширно все. Слава тебе, слава тебе. Ну все, слава Христу. Ну вот второй ролик, как мы идем на пруд купаться. С ребятишками там он, брат Никита у нас. Никита Андреевич. Вот они идут дружненько. Собака, вот песик гуляет у Вани Дробот. Привез с собой ее. Вот тут вот покос. Какая трава уже высокая стала. И вот 1,64 м. Ну вот она мне где-то. Не знаю, на сантиметров 10, наверное, пониже только. Здесь поменьше, конечно. Комары сразу поднимаются. Днем-то их было поменьше. А сейчас побольше. О, песик. Все, да еще хвалит Господа. Вот, уже нужную травку себе пожевал. Им это полезно, оказывается, иногда бывает.
Ребята, давайте побыстрее, а то здесь комаров много. Давайте быстрее. Я его не смог сделать. Мне нужно 17 веса для этого. Старик, вперед! Нужно 17 версия. Вперед! Вперед! Вперед, шарик! Ой-ой-ой-ой-ой! Они хорошие. Как они атакуют? Ура, мусора! Днем-то их было меньше. Да, днем их было меньше. Или кошки, а какой-то дурачок хлопает. Дождь. Вот наш южный пруд. Тишина здесь. Ветра почти нету. Вообще его нету вечером сейчас. Здесь вот видны следы трактора. Вот здесь первый колышек. Это докуда весной вода доходила. Вы с этим? Да, сняли? Молодцы. Давайте я научу, как надо делать. Смотри, вот так вот берешь. Стоп, шарик, стой. Шарик. Застегни его за это, за одно звено. За одно из звенья. Застегни. Ты держи, наступи на это, чтобы он тебя не дергал. На подушке. Давай. Все, во, все, больше ничего не надо. Все. Убери пакет, а то он тебя порвет. Да неужели, это естественный процесс. Там просто полотенце лежит. Дядя Володя, благословите. Дядя Володя. Давайте, с Богом. Дядя Володя, благословите. С Богом. Три поклона сперва сделайте. У Господа благословитесь. На свою меку молится. Тихо, не смеяться, Ваня. Ну ты что? Молишься и смеешься. Ну, мы друг на дружку молимся. Так, давайте организованно в ту сторону. В сторону востока. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Дядь Володь, благословляйте. С Богом. Всей опасности. Бог забьет. Знаешь, кого ты не боишься? Это на Азовском море. Идешь, идешь, ну что такое. А, комары жрут. Блин, капец, холодно. Все, ныряю. Комары пожирают. Давай иди, Илья, что ты? Все, сейчас так же. Кепку сними. Николай, Николай, ну-ка кепку снимай. Что ты в ней залез-то? Сейчас утопишь ее и будешь потом искать ее. О, шарик, комары заедают бедного. Так, в воду не прыгать. Спокойно сошли и там плаваем. Прыгать тут не надо нигде. Капец! Да ты сразу нырни в воду-то. В воду нырни и все. Кто я? Да вон это, Илье говорю. И ты тоже та же. Давай, давай, это раз. Илья, присядь в воду, раз, и согреешься сразу. О. Давай, давай, это раз. Какой холодный, залазь давай в воду. Пришел, что, зря столько топал, что ли? Шел, шел, главное, сюда. Не искупался даже. Давай, давай, залазь. Это круто. Это капец. Ну, Ваня пешком ходит здесь. На бережку. По пояс ему я весь плаваю, пруд. Плаваю. Да, здесь, конечно, тяжелая, большая работа была проделана. Как братьями, так и бульдозеристом. Жарко было, конечно, ему здесь работать. Тоже комаров, тьма была. Осы даже были, пауты. Вон собачка бегает у Вани. Ты худенький, поджаристый песик. Вон даже Илья куда заплыл. Самое безопасное из прудов у нас этот пруд.
для купания детей. Тарас, ну давай быстрее, ну что ты, наберись мужества, да, купнись немножко. И все, и согреешься сразу. Собака в воду идет. Ёсика купает своего. Да-да-да, тоже искупает. Он днем сам попросился, потому что жарко было сильно. Он сам попросился, заскулил тут. Я в воду сразу слил. Клёво! Ух, комарики. Шарик идет. Дед, он стонет, а комаров спасает. Так, надо помочиться обязательно. Территорию пометить свою каноническую. Дядь Володя, мы плывем. О, молодец. Быстрей. Давай, на старте манимарш, побежали. Шарик! Кто вперед, человек или собака? А, здесь вот ты его выиграл, конечно. Когда... Нет, он убил. Ваня, ну что ты разбузился? Нет, Ваня! По поверхности воды покажут! Нет, смотри! Николай, ты учись плавать. Здесь как раз мелко. Так нет, надо ногами, чтобы плавал ты еще. Ногами-то тоже надо, а то ты идешь по дну. Шарик! Ой, учить надо. Шарик, водички. Тарас, возьми шарика, покупай его. Да он, дойди. Да нет, он далеко не поплывет еще. Да шарик же. Мелко. Дай ему, брат, пускай он его в воду затянет. Он же боится воды. Ну такой же, как и сейчас ты. Сейчас я тебя утоплю, шарик. Спасайся. Пошел. Спасайся. Шарик, вперед. Вперед, шарик. Вперед. Шарик не очень любит, конечно. Это не Сергей Палыча, собаки, которые ныряют прямо в воду. С пирса или с берега. О, куда даже уплыли, убежали, вернее. Берег тут чистый, везде все прибрано, никаких нету ни палок, ничего. Вон там даже нашел, видимо, то ли камыш, то ли что, пробиваться уже поверх воды даже уже выросли. Ноги съедают комары. Ну что, им надо травы-то нарвать сейчас будет. Держи, я-то травы нарву. Что, блоки снимать чуть-чуть? Ну, поснимай чуть-чуть еще. Thank you.
Сказал. Илья! Николай! А ну... Идем на разгон! Николай! Давай, Николай! Ты оглох устроил! Ну-ка, давай на выход! Николай, сюда иди! Я тебя накажу тогда! Лишу купания! Сразу, по траве уходите. Помогите! Помогите! Там глубина! Рядом! Кстати, кушать тебе добыть! Эй, держите! Шарик! Да, позже! Стата, ты свинья! Все позже сюда, Лёва таки дал стату прям! Вот. Только сегодня я ее стащил. Николай! Скупались. Николай! Николай, шершень летает. Брат, это не шершень, это овод. Да, овод. Стата! Давай, я оставь мои вещи в покое. Если вы не оставляете, сделай все это. Подвинь, по траве иди. Все ходи, переступают, интересно, что. А, нет. Нет, это было бы весело. Это на траву, на траву встань, я обтери там ноги. Да вот это было бы весело. Куда это она смотрит? Круто. Каждый день. Давай быстрее, открывай. Возможно, так и будет. Пучок. Каждый день круто. Шарик. Тика. Я до этого шарика даже не покупал. Даже... А нет, не будешь сейчас статуи, ты даже голову не промочил. Ты даже голову не промочил. Мурит, мистер Шмидт и гудят. Ну все. Вот был бы хотя бы самое глубокое место. Поглубже. Надо просто вагина метром еще. А я бы. Ау! Так, не борзей. Глубокое место. Отстань. Отучай его. Глубоко, Николай, Николай, меньше слов, быстрее. Одевайся, уже наполовину оделись. Давай. Коля, мы уже оделись. Прикольно, Ваня, зарабатывай. Ноги грязные, туда суешь. Куда? Ой, блин, ты меня напугала. Села такая. Только давай, так, только не кусай. Встань на траву, хорошо, на траву встань. Зачем ты здесь-то стоишь, одевайся? Хорошо, что каждый день... Вот тут на траву встань, вот, иди. Это ногу обтери свою. Все ну тебе грязная. Я не знаю, что душа душа. Ты, Павлович, ты не рукой бей чем-то, нейтрально мое. Аморально не купаться. Ногой, рукой. Опа. Заслужила. Да не бойся, не бойся это. Иди. Верху напали. На станцию напали. Бедная статистика. Ты сама заслужила. Я бы хотел шарик. Так, кепки не забываем свои. Да. Кепки, вещи помню всякие разные. Все, я шарик готов. Ну как тебе шарик? Нравится? Есть? О, этот только вырез, только одевается. Ну, такого всегда утро, вечер. Ну. Каждую пуговицу по полтора часа. Понятно, там была белая акула. Только ее нет, так делать. Скурить? Отпросись и накипнуться завтра. У него там с подкладом, что ли, из этого мучает. Чтобы я тебя учил. Ну, или дед Володя. Лучше дед Володя, знаешь. О, теперь себя воду. Шарик. Тебя учит. Была раньше. Вообще, наверное, воду не любит, капец. Так, ему помощь нужна. Универсальная поводырка. Ладно, слава Христу. Алё, подходим к дому с пруда. Покупались все с ребятишками. Вот они идут все. Хорошо, Дима, прошел, Дома. А ты умеешь пристегивать? Иди поучи его. Тарасик, иди поучи, чтобы пристегнул. Собачке надо уметь обходиться. Так, Володя, пилу я натащил, и вот эта доска тут наверху, я сделал, как ты давал, парами, так. Я их парами положил, ты уже определил, понял? Угу. Кому еще я не знаю, но я их держал на расстоянии. Ладно. И дальше. У нас на огороде какая зелень есть? Лук. Все, привези сейчас, зелень я буду готовить. Ладно.
А мы сейчас поливать пойдем. Ну давайте, наберите, мне нужны. И кого-то послать сразу, потому что я буду толочь. Ну ладно, приедем. Слава Христу.